18 апреля в администрации состоялась еженедельная планерка с участием заместителей главы района, начальников структурных подразделений администрации, глав сельских поселений. Провел совещание глава района Заур Хамирзов. В ходе планерки были обсуждены актуальные вопросы, затрагивающие различные сферы деятельности муниципалитета. Открывая совещание, глава района ознакомил присутствующих с повесткой дня. Первоочередной темой, как обычно, стал ход призывной кампании и результаты работы Координационного совета по участию муниципалитетов в федеральных и региональных программах. По этим вопросам дал разъяснение первый заместитель главы района Руслан Ямыков. Важное внимание было акцентировано на вопросе проведения углубленной диспансеризации населения, перенесших коронавирусную инфекцию, а также подготовки к празднованию Дня Победы. По этим двум вопросам отчитался заместитель главы района, управляющий делами администрации Рустам Хасанов. Было отмечено, что предыдущие два года всероссийская акция памяти ветеранов Великой Отечественной войны из-за пандемии проводилась онлайн. Шествие бессмертного полка в этом году пройдет в традиционном очном формате. Рассматривая следующий вопрос повестки о проведении ярмарок на территории района, Заур Хамирзов еще раз подчеркнул, что эти мероприятия проводятся с целью сдерживания роста цен и поручил ответственным лицам строго следить за этим. Всего участники планерки рассмотрели 11 важных вопросов. Завершилось совещание на приятной ноте. Заур Хамирзов вручил служебное удостоверение главе Кашхабльского сельского поселения Мурату Курашинову, пожелав ему дальнейших успехов во благо поселения и района в целом.